Hey, yo, guys, с вами Шмики, мы продолжаем проходить игру под названием Adventure Pals. Как вы помните, мы с вами сыграли один уровень на острове пиратов. И там у нас эти были. Как они называются? Коты-зомби. Теперь мы отправились. Мы, так сказать, поговорили с китом, который нас может теперь отправлять с одной локации на другую. Давайте зададим все задания, которые мы уже брали до этого. Я, наверное, начну с маячка. Там у нас лисы что просили. Да, это снова английский текст. Сейчас читать, читать, рейдинг, рейдинг, рейдинг. Парень, отлично. Спасибо, маленький братан. Это должно трампинг помочь нам в миксовании, в максимальной поднятии. Сам, да, это может быть пинч. Я могу дать тебе гифт, тебе все и эти напитки могут шорт, короче, заблокировать все атаки на время. Используй бэкпак. Ну запомни, когда его верно. Теперь так, лайк, нравится маленький баб. Сделай легко в последнее время. Надо было с дешевыми напитками закупиться. А мы сейчас, в принципе, это и сделаем. Мы пойдем закупимся дешевыми напитками, восстанавливающих ХП. Давайте вспомним, за сколько мы брали? За 70 чем-то, да? А здесь эти поинты стоят 39 дешевые поинты. Так, и здесь мы, нам нужно еще задание зайти сдать. Потому что мы почтальону принесли, считайте, марку. Мистер почтальон, Пеппер, марка или почта. Может, я хэв. Я нашел большую марку для вас. О, это Ги. Это она... Грейтс, великолепно, это день, моя жизнь. Все сделано. Это mail почта. Я не animal. Я даже не знаю, как я сделаю это. Теперь идите квест. Возможно. Так, leave me. Дайте мне мои. Моя марка, моя марочка. Мне дали какой-то компакт-диск. Это книга с рисуночками. Ой, блин, там я с дедом мог поговорить, подожди. Мне нужно книгу с рисуночками вернуть деду. Я этот ребенок хороший, возможно, что-то got yours, эти рубины. Так, подожди, почтальон сделал это для меня. Чё? Ну, дам. Ладно. Мои субтитры сделают сок Монтли.
и новости Terrible возможной недели. А теперь возвращается или иди, ну get возвращаться. Не have, не делай граффити, рисунки. Туап. Но мы сделали старика, по идее, счастливым. Но я и по факту ничего не получил взамен. А, подожди, это арена. Ну, гон на арену. Так, я должен вот смотреть за ареной. Это моя грандпа. Это мой дедушка, бат, мистер Би. Забрал его. Он забрал твоего. Так, твоего дедушку тоже. Это Сан Ван. Я просто понимаю тебя. Но не беспокойся, я гон, я пойду и остановлю мистера Би. И последний сын, я думаю. Ну давайте пойдем на арену, посмотрим, что из этого получится. Нам, по идее, нужно выдержать какое-то количество раундов. 5 раундов. Ну что, поехали. Мы с вами на арене. Ну, я думаю, в принципе, первую... Первую волну можно переждать. Ау. Так, а с вот этими нужно... Так, подожди, подожди. Ух, я чуть-чуть не упал, это минус больше половины хп. А, точно, я уже щиты просто уничтожаю. Блин, а вышел я? Или я? Ну, знаете, типа, я и получил. А, я получил быстрое уничтожение щитов. Я понял. Нужно начинать сверха. Хотя, подожди. Так, тихо. По возможности пролетаем все это дело. Ну, просто те мужики, которые с щитами, они сильнее, чем эти все. Так, тихо. Грейт, грейт, грейт. Ой-ой-ой. Он сразу использовал... Хилпоинт. Тихо, тихо, тихо. Отлично. Готово. А, это ради стикера? Интересно, я постоянно могу теперь выполнять задание и получать стикеры. Стикер воина.
Играй. Вау! Я... впечатление этого времени никогда не видел. Это было отлично. Хорошо. Так, приятно это я это слышать. Теперь не беспокойся, я теперь смогу остановить мистера Би. Я не даже не знаю, как сейчас нужно сопротивление на арене. So going. Типа мне еще нужно сходить? Я не понял. Типа я должен постоянно переходить, и за счет этого я получаю стикеры. Типа сражаешься и получаешь стикеры, так? Давайте в сокровищницу. Ты не пройдешь. Типа это отсылочка на Гэндальфа. Но я уже зашел. Силен Смурта, ну, не может пройти скелетный Скелетрикс. It's a lonely travel. Я должен идти, Скут. Окей, бадди. Нет. Ну, мой пароль. Pay игра. Travel to me. Flash. I kinda need my flash. Тебе нужен мой флэш. Что такое флэш? Свежесть. А фреш это свежий. Флэш. Or no deal. Ладно, ладно. Руд матч. Руды матч. Я что-то там sometimes иногда и даю тебе. Я не флэш. Теперь я can get могу сам фримит что мясо. Я понял. Типа мне нужно ему принести мясо. Ладно, давайте в Bumble Beach пойдем. Bumble Beach. Так, здесь мне опыта вообще почти нихера не дают. А, сосисочка, так. А нет. Ну, короче, я понял, как это работает. Это временная фигня, потом она взрывается. А, я хотел просто сходить наверх, посмотреть, наверху что-то есть. Да, но... А, нет. На самом деле, туда можно попасть, если очень-очень сильно постараться. Я вообще не уверен, что она меня убьет, хотя... Есть вероятность. Да, мне кажется, она меня не убьет. Даже, мне кажется, она меня не заденет. Ау. Надо было, мне кажется, прокачать себе этот. Ну, хотя это помощники обычные. В принципе, да, это обычные помощники. Ах, чертовых слизняков тут наплодил мне. Так, вам полетели.
No bad. Ouch. Ouch. Ouch, ouch. А, этот просто убегает. Сразу проверяем сверху. Ладно, там ничего нету. Значит, уходим. Так, то, что у меня хп мало, это плохо, да? Хотя я могу скоро апнуться. Ух, я только увидел это. Ладно. И так сойдет. А если наверх? Вниз наоборот пойду. А мне и вниз и надо. Ну он типа довольно медлительный. Я буду успевать. А, видите, типа если вообще не я убиваю, то ничего не происходит. А почему у него пол текстуры нету? Пол текстуры нету сосисочки. Бам-бам-бам. Так, токсичность мне дали. There's no bad. На самом деле я-то очень сильный. Блин, если бы его можно было до босса дотянуть, хотя я мог просто... А, мне, наверное, баф будет сбрасываться. Ладно, будьте тогда. Тогда легче забыть, на самом деле. Here you go. А, там ничего нету, ладно. Очередной унитаз. Вот ж почему он не цельный, типа он как что-то еще держит. Сосиска с невидимкой. Что здесь у нас? Раз, два. А этот где? Подожди. Снизу все нашел. Да, это это чувство, когда отравление использовал на обычного жука. Ту-ту-ту-тюм. Кейкс. Открываем, запрыгиваем, идем дальше. Ништяк. И новый уровень. Так, мистер атакует. За 5 атак, давай, наверное, его. Оо. А я не понял, как мой этот атакует.
сейчас попробуем. Что фигово работает. Плохо работает. Я стикер так и не нашел. Так, ладно, я сейчас выпущу кота, подожду несколько секунд. Так. Хоп-хоп. Так, а куда мне хотя бы идти, подождите? Сверху опасно, значит, скорее всего, вниз. Почему жирафик не атакует? А, я сюда... Подожди, я наверх не смогу вернуться. А не, подожди, я правильный выбор сделал. Ну ладно, тогда смогу выбраться. Ну, все-таки он не такой уж опасный, но все равно то, что у него текстуры какой-то не хватает. Нет, он погиб из-за меня. Я чисто иду сюда за опытом. Ну все. Можно валить отсюда. Кораблик. Денежка. Так, зачем эта бочка, которая разрывается на две бочки? Суицидник. Просто суицидник. Подожди, мне все-таки не сюда. Секретные рычаги. Так, плохо. Тун-тун-тун. Так, это бикини-ботом. Или пляжные трусы, да? Лавки. Бикини-ботом. Это шоссетка на Спанч Боба. И они выглядят... Странно. Я думал, что это не используется. Ну ладно. Возможно, возьмем Sparkles. Как ты считаешь? Они помогут всем? Подожди, я в турханах? Серьезно? Ладно, давайте я просто не буду их использовать. Эти... Почему тут столько ананасов? Может, это все-таки отсылочка на Спанч Боба? Типа ананасы? Много ананасов. Блин, если тут была морская звезда хотя бы где-то рядом и с губкой, было бы круто. Так, и последний остался, да? Ананасовый остров. А, я увидел крит. Ну, он крит много пробивает.
Окей. Готово. Мы просто идем за рычагами. Great. Окей. А, когда я больше 5 атак делаю, у меня идут криты. Подожди, да какие трусы? Хотя давайте в трусах побегаем. Хотя, мне кажется, это просто обычная кастомизация. Ну да, мне все равно хп так много, что фул хилит. Кексик. Кейк. Кейк. Кексики. Ну, зачем? Я ж нормально прыгнул. На выше еще смогу. Я понял. Значит, забираем рубин. Это только второй рубин из 5. На Ашку. Комплит. Там есть какая-то дуэль. Ну, погнали. Сначала сюда. А что тут за задание могу сдать? Ну, там идет. Трусы ему дать? Сэй, посмотрим. Невозможно хорошие плавки. Ботана. Это они. Я хэп. Apart just as a burger can exactly don't ask. Я их даже не думал, что смогу найти. Не поверишь мне, я не... Даже не знаю, что... Почему не дашь... Шини пинг розовые ту олд старому мужчине, а? Конечно. Вау, они выглядят отлично. Я мужчина, лицо милого, не правда ли? А, хорошо, возьми от старого мужчины, я не должен больше это держать. Он удал мне свои трусы. Серьезно, они древые. Вау. Ладно, погнали сразу тогда в магазин, я думаю. С вами закупимся хилами. До следующего отправления. Как раз коту дадим кеки. Кексики. Кеки. Держи. Так. Не, ну я хочу быть Джоджо. Я Джоджо. Окей. У нас остается только дуэльная арена. И пирс. Даже там даже не дуэльная. Хя! Мир ждет моих на арене. Доп бандит. Я разобрался с бандитами, everyone. But, ну битва. Хорошо, я Нипер, я один чемпион арены. Последние мои, я возвращаюсь.
и reminding myself. Возможно, я вспомню эти так воспоминания. I won't. If я тебе дам something, наверное. Чистящие пляжа. Байкупист. Сильный. Сильные кандалы. Сильные кандалы выпивки, ну, пиво. Берс, пиво. Очень помогает, чтобы пойти в батл в атаку. Как сейчас. Ладно. Задница. Cool. Китик. Так. Ты нашел то, что может мне типа помочь? Не убегай. Я должен оставаться здесь. Мне нравится. Здесь. Трусы. Теперь я могу путешествовать в мир отличных фраеров. Спасибо, очень большое спасибо. Дай мне и Си увидимся в мире в приключении и на... Так, короче, возвращайся и увидимся позже в мире. Приключения ждут. Того? Ни хрена он трусы на себя натянул? Серьезно? О, выглядит. Как они выглядят так? Как выглядят? Или о, как они выглядят? I feel... Мне нравится видео начала Fine Sizzle. Именно сейчас Фина Сайзели. Ты выглядишь большим синим тёна китом. Как касатка, я дам тебе Shell. О, я Фэллинг, наконец-то файн, счастлив и бесплатно. Посмотри мир. Ready for me. За меня или со мною. А смотрите, а у меня меч все-таки как-то изменился. А, я типа кристалл. Всего будет 1, 2, 3, 4, 5. 5 боссов у нас будет, потому что, видите, мы меч собираем по кускам. Ай, ребенок, иди помоги Электрим. Самарт. Возможно, летом. Погрузись в Тики-Китти. В танцующие коты в пещеру. И теперь я Тики-Китти. Тики-Китти пещера. Нет, не Тики-Китти, а может Тики-Китти пещера? Наверное, потому что питомцы темные, они очень длинные. Что? Они что-то это говорят, кредиты и... Что такое лексион? Ребят, можете даже написать что-то в, так сказать, комментарии, потому что я игру залпом прохожу. Ну, это типа второй день, когда я записываю. А предыдущая серия просто с первой по ту, которую... Предыдущая была перед этой. Will be good, so as mine. Короче, какие-то пещеры. Мне нужно одолеть кошаков. Пираты. Ну что, тогда давайте... Тики-Китти-Каф. Угу. Что мы будем делать? В следующей серии мы отправимся туда на знак. Так я могу сразу туда отправиться. Тут и продолжим. Потом мы сходим на арену. И потом в Тики-Китти-Каф. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.